матрасы были, все вот так вот. Ну, собралась ехать за мужем на работу. Все, уехала. Как раз посмотрела на часы, было 20:05. И уже в 22 с чем-то мне дети позвонили, что у нас, говорит, гараж горит. Из-за воды это там все, как говорится. Еще даже вон капли вон висят. Здесь тоже вот все половины вещи намокли. Здесь вот детские все вещи вот намокли. Палас все намокли. Ася, живой, как говорится. Машинка. Видите? Да, да, машинка стиральная. Глядите, это все вот потекло, все вот потрескалось, так сказать. То, что тушили. Сами строили. Да, да, и сами своими руками, как говорится, поднимали. Могу сказать. Вот, вот здесь вот будем глаза проживать. Варя, ты где там? Варяша, Варька. Доча. Давай, хорошо, хорошо. Давай. Вот это вот я повытаскивала, вот сыну Вани выкидывала, отдавала, говорю, забирай. Мы в этом вагоне вот просто жили, когда вот только пришли на этот. Для этого сделали здесь этот, ну, тип кладовки, чтобы этот был. Угу. Как зовут, скажи, Варя? Скажи, Варька. А там Лада еще есть. Вот она. Эта собака у меня аж оторвалась, другая собака ее чуть не убила.